От Ульяновской области до Японии 7000 километров. Чтобы познакомиться с культурой страны восходящего солнца, жителям региона не нужно преодолевать столь серьезное расстояние. В эти минуты в Ульяновске проходит второй международный форум «Японская весна на Волге». Это первое масштабное событие в рамках перекрестного года России и Японии. Буквально на днях в северной столице страны завершился международный экономический форум, в пленарном заседании которого приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе. Тему развития настоящих и будущих проектов двух государств продолжили обсуждать уже на пленарном заседании в Ульяновске. Тесное экономическое сотрудничество с японскими партнерами в регионе отлажено давно. Только за прошедший год общий объем внешнеторгового оборота Ульяновской области с Японией составил почти 200 миллионов долларов. Это очень высокий показатель. Это показатель второй среди всех 100 с лишним стран, с которыми мы сотрудничаем. Кроме того, Япония является нашим главным импортером. Еще одним фундаментом экономического сотрудничества является реализация ряда крупнейших инвестиционных проектов, связанных с машиностроением. Как пример, создание в 2012-м на территории области компании «Сузурус». Чуть позже открывается завод по производству автокомпонентов «Такатурус». Спустя 3 года в промышленной зоне Заволжья основано крупнейшее станкостроительное производство концерна «ДМГ Море». Еще год спустя японская группа компании «Бриджстоун» ввела в эксплуатацию производство радиальных шин для легковых автомобилей. Можно сказать, что Ульяновская область является регионом в России, где представлены основные компании Японии. Я надеюсь, что эти отношения будут еще больше дальше развиваться. Со своей стороны я готов предоставить всевозможную помощь для реализации. На этом сотрудничество Ульяновской префектуры Японии не заканчивается. Дружбы и взаимопонимание царят в культурной и образовательной сферах. Проявляется это в открытии новых лабораторий в высших учебных заведениях, студенческими обменами и ежегодными гастролями ульяновских и японских артистов. Вице-губернатор префектуры Фукуока Игути Масару познакомил участников форума с культурой города прямо на пленарном заседании. Где же находится префектура Фукуока? Поэтому я хотел бы вам сначала показать карту. Посмотрите, вот зеленым цветом, немножко вот повыше слева показано такое, это значит японские острова, вот здесь Токио, правее находится Токио на карте, точками показано, и самый нижний большой остров на юге Японии, остров Кюсю, и здесь как раз находится префектура Фукуока наверху. Ознакомиться с жизнью других административных единиц Японии можно в рамках дискуссионных площадок, публичных лекций и мастер-классов, которые стартовали сразу после пленарки. В атмосфере японской весны на Волге Ульяновск пробудет еще 6 дней. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.